Ярослава, это Шамшурин, и у меня есть комментарий к этому посту, который ты видел на обложке к видео. То есть, коротко, девушка обломала мужчину, он много работал, заработал себе на два кинотеатра, там, за сколько-то миллиардов, там, тысяч долларов, вот, и, в общем, пригласил ее в эти свои кинотеатры, сказал, это, если что, мои, как бы, да, такие истории везде, но, значит, комментарий следующий, что, ну, во-первых, я хочу огорчить тебя и многих других, что вряд ли, наверное, каждого ожидает та же самая участь. И учитывая твою лень, твою неспособность заставить себя делать какие-то вещи в жизни, которые тебе нужны, рассчитывать на то, что ты когда-то купишь себе два кинотеатра ценой там 400 тысяч долларов, наверное, все-таки не факт, что это случится. Я думаю, надо быть реалистом. Может быть, у одного из миллиона ребят это получится, но смотреть надо правде в глаза. Вот. Это первый момент, да, то есть... Во-вторых, и это тоже не решит твои вопросы с женщинами как таковыми. То есть, допустим, если у человека есть деньги, то, наверное, у него все-таки больше шансов заняться сексом. То есть, ну, опять же, мы говорим о сексе, но не о женщине, которая выбрала его как мужчину, а не его кошелек, не его ресурсы. И это ключевое, потому что одно дело, когда ты покупаешь все это внимание, другое дело, когда ты понимаешь, что девушка реально... скажем так, повелась на тебя, на твои качества, на того тебя, какой ты есть на самом деле. Вот. Поэтому не факт, что ему, этому мужику, имеющему два кинотеатра, дают. Причем я считаю, что не факт, что дают как, так же, как и тебе. Вот. Но ты с этим что-то можешь сделать, потому что этот мужик не знает про Шамшурина, а ты знаешь про Шамшурина и про то, что уже завтра у нас стартует мой 10-дневный практически онлайн-марафон. Шамшурин всегда рядом, где ты будешь знакомиться под моим четким и чутким руководством. Если ты туда еще не вписался, то здесь под этим видео должна быть ссылка, записывайся. И без тебя мы, как говорится, не начнем, поэтому давай, успевай, завтра старт. Для этого не надо будет менять свою привычную жизнь. Ты будешь просто получать от меня голосовые сообщения. Ты будешь созваниваться со мной и моими коллегами по видеосвязи. Мы вместе будем фактически с тобой подходить, где бы ты ни находился. И самое главное, там не будет сложных заданий. Задания выстроены таким образом, что ничего сверхъестественного делать не придется. И уже к концу этого марафона ты будешь ходить на свидания с самыми красивыми девушками, заниматься с ними сексом, возможно, найдешь себе свою любимую. Как-то так. Жду тебя на марафоне. Ссылка здесь. Привет из Минска.